В минувшую пятницу через погранпереход Харгос в Китае прибыла первая партия товаров и экспонатов 8-го экспо Китай-Евразия. Суммарная стоимость груза с общим весом более 10 тонн составила около 48 тысяч долларов. В основном это мед и сухофрукты из Кыргызстана. 8-го экспо Китай-Евразия пройдет с 26 по 30 июня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Мероприятие служит платформой для углубления торгово-экономического сотрудничества, укрепления гуманитарных обменов и продвижения сотрудничества в рамках пояса и пути между Китаем и странами Евразии. В общей сложности в этом году экспо Китай-Евразия привлекло представителей 50 стран и регионов, а также более 1000 китайских предприятий и организаций. На время подготовки к выставке таможенная служба в Урумчи открыла специальное окно для экспонентов. Для иностранных участников действует ускоренный вариант оформления товаров. Экспонаты и товары к открытию 8-го экспо Китай-Евразия доставляют в Урумчи сухопутным, морским, воздушным и другими видами транспорта. Мы создали специальный коридор, через который полный процесс таможенного оформления товаров можно пройти онлайн. Это значительно экономит время. В этом году количество экспонентов значительно увеличилось, а качество экспонатов заметно улучшилось. Платформа «Экспо Китай-Евразия» радует потребителей большим выбором товаров, а также способствует выходу нашей продукции на международный рынок, таким образом укрепляя имидж Китая на международной арене.